Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Минздраве прорабатывают порядок проверки кандидатов в водители на наркотики. Это коснется всех граждан, которые собираются впервые получить права. Сообщается, что нечто подобное предусмотрят и для тех, кто получает водительское удостоверение после окончания срока лишения. Их еще и заставят сдавать анализы на выявление хронического пристрастия к алкоголю. Трасса 101. Число выпускников автошкол, которые с первого раза сдают практический экзамен по новым правилам, катастрофически упало. Речь идет только о 13% кандидатов в водители, сообщил представитель госавтоинспекции. Люди заваливают элементы, которые раньше принимались на автодроме. Параллельная парковка, начало движения на подъеме, разворот в ограниченном пространстве. Что интересно, после 1 апреля меньше стало и тех, кто с первого раза сдает теорию, хотя это испытание изменений не претерпело. Трасса 101. «Шкода» вот-вот представит «Фабия» четвертого поколения. Вернется ли модель в Россию, неизвестно. Базовым мотором для новинки станет 1-литровый трехцилиндровый бензиновый агрегат мощностью 65 либо 80 лошадиных сил. Будут и турбированные версии этого двигателя на 95 либо 110 лошадей. Топовые комплектации получат 1,5-литровую турбочетверку мощностью 150 лошадиных сил. В целом машина стала немного больше. Ее оснастили, как это сейчас модно, цифровой приборкой и отдельным сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Трасса 101. В России становится все больше точек по продаже китайских автомобилей. Например, «Черри» за последние месяцы открыл 8 автосалонов, а «Хавейл» и «Джак» — по 3. Не надо забывать и о возвращении в Россию «Шевроле». Соответствующих дилерских центров стало больше на 10. Однако в целом число автосалонов у нас постепенно снижается. Трасса 101. В мае в Елабуге должно стартовать серийное производство отечественных автомобилей премиум-класса «Аурус». Всего в линейке 4 типа кузова – седан, лимузин, внедорожник и минивэн. «Аурус Сенат» в базовой комплектации будет стоить около 18 миллионов рублей. Правда, машины из первой партии, которые скоро отправятся к хозяевам, обошлись им дороже – порядка 22 миллионов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.